Лучший певчий. В сказках и притчах всегда говорится, коли вы слыхали, что орел правит птичьим царством и что весь народ птичий у него в послушании. Пусть же так будет и у нас. Орел всем птицам голова, он им начальник. Волосным писарем при нем сорокопул, а на посылках все птицы поочередно. И на этот раз случилось ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо. Голова вздремнул, наевшись досыта, позевал на все четыре стороны, встряхнулся и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного. Прибежала в припрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила: «Что де прикажешь?» «Поди», — сказал голова, — «позови ко мне скорешенько, что не есть лучшего певчего. Пусть он убаюкает меня. Хочу послушать его, вздремнуть и наградить его». Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами, словно больно заторопилась исполнить волю начальника. А отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать, какую де птицу я позову. Думала-думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка, и притащила его к орлу. Орел, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько и вздрогнул, когда вороненок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало, а там стал повертывать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить набольшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства. А орел спросил, отшатнувшись: «Что это за набат? Режут, что ли, кого? Аль караул кричат?» «Это песенник», — отвечала ворона. «Мой внучок. Уж лучше этого, хоть не ищи, государь, по всему царству своему не найдешь».